Как Михаил Васильевич? Плохо. Очень плохо. Да. Беда-то какая. Прямо беда. Матушка-государыня милостиво соизволила справиться о здоровье. Горюет матушка. Аки за родного сына. Михайло, Михайлушка. Поди ты к черту. Небось, похоронить меня вздумал лекаришка Заморский. Я хорошо понимаю, что господин Ломоносов сказал, почему он позволяет так разговаривать с лейб-медик государыни. Не сердитесь, господин Глаук. Видимо, дело пошло на поправку. Скажи ты им, граф Кирилла, какие овцы бессловесные. Мне подняться требуется. Одежды облачить. Пущай вон идут. Ермолаевич, помоги-ка. Вот что, Ермолаевич. Ступай-ка ты, да потихоньку ямщика найми. Да чтоб коляска была попроще да покрепче. Куды это? На Кудыкину гору чертей ловить. Ну и вправду больше некуда. Едва дышите. А то дышь. Эх, ученый человек. А хуже дитяти малого. Возьми доху медвежью, да харчишек собери. Надумал я, Ермолаевич, на родину поехать. В Холмогоры. Мне сейчас родина привиделась, да отец родной. Михаил Васильевич, батюшка, ты ж хворый-то какой, тебе... Отлежаться, оклематься надо, а ты удумал-то что? Отлеживаться в могиле будем. Ступай, Ермолаевич, проворней. Ну! Эх, ученый человек, а дури в тебе. Не перестаю поражаться и удивляться многообразием таланта вашего. Любезнейший Михаил Васильевич, экое чудо вы сотворили. Просто чудо. Трудом эти, Михаил Васильевич, вы воспеваете не только отечество и престол, но и собственное имя свое. Что, любезный граф, имя? Бог с ним, с именем. Мне бы сейчас денег поболе. Сил нет, граф, по копейке просить. Каждый гривенник у матушки на коленях вымаливать. А ведь Академии наук деньги нужны. Сколько деньжищ на обжорство и балы тратим, страшно подумать.
А ведь ниву наук российских питать надобно. Иначе какие плоды произрастут на ней? За что потомки нас благодарить будут? Похлопотали бы перед матушкой государыней. Сколько же тебе денег нужно, Михаил Васильевич? Ну, сколько матушке не жалко. И вам, попечителю наук российских. Библиотеку вот надумали расширять. Химическую лабораторию, мастерскую стеклодувную. А то каждую паршивую колбочку, реторту захудалую за границей покупать приходится. А мы сами должны все делать, как великий царь Петр учил. Неужто матушка-императрица пожалеет? Щедрость государыни не знает границ. Но в государстве есть дела поважнее твоей академии. Ладно. Так и быть. Завтра пришлю от себя лично 200 рублей вашему казначею. Казначею не надо. Он плут и варюга. Лучше мне в собственные руки, ваше сиятельство. Вот как из Холмогор возвернусь. А что это тебя, Михаил Васильевич, к сиволапам потянуло? Граф дорогой, хоть и даровано мне матушкиным указом дворянство, за что я ей вовеки благодарен, я мужик все же. Знаю. В этих сиволапых сила наша российская. Сила и надежда России, Михаил Васильевич, в гении милостивой государыни нашей и мудрости ее помощников. Или не так? Так, конечно, так. Если вы уедете, я тоже уеду. Я тоже хочу на родину. Я ненавижу здесь жить. Баба с возу кобыли легче. Поведение ваше неразумному младенцу подобно. Отправляйтесь в постель. Лекарь Глаук, говори. Чихал я на лекаря Глаука. Ее величество государь не сволило проявить беспокойство. Чихал я, не доводить до греха. Родимые, ну, бескормежная, шевелись. Ты что, каналья, убить нас хочешь? Ты его еще палкой по горбу тресни, Михаил Васильевич. Стукани его, разбойника. Господь с тобой, барин. Уж больно через места лихи едем. Долго ли до злодеев? А ты сам случаем не из ентих мест родом? Что ж, значит, не перевелись на Руси лихие люди? Какое? Пруд пруди. Все боль да боли. А в скорости на Руси-то одни разбойники останутся. Куда же честный-то подевается? А их разбойники-то и укокошат. Ну, тогда бог даст, свидимся. Спятил, барин. Все-то ты на рожон лезешь. Чушь поделаешь. Таким отец с матерью родили. Вот то-то и оно. Если б ты с немцами, что ни попади, не дрался, давно бы уже в графьях ходил. На! Голодный я! Возвращаюсь, аки блудный сын.
Поплачь, Михайлушка, поплачь, так нужно. И тебе легче станет, и матушка покойница умилится. Поплачь, говорю, попрощаться надо, а потом плакать негоже. Вот, дитятка, по матери поплакать не хочет. Такие они нонче детки-то. Пихчись об их, соблюдай их, а не... Хоть бы слезинку обронил. Стоит, как истукан. Прости, Господи. Да какого-то была дородна матушка. Как то жить, то будет без любимой матушки. Василий-то, ой, горюет и горюет. Навзрыд плачет. А сына-то не мог чувства привести. Вот тебе и строгость. В кого он такой уродился? Мать-то душой была. То-то и оно. А он-то на всех волчонком смотрит. Вот ведь. Оба языки прикусили, мокрохвосты. Еще одно слово про своего крестника услышу, клюкой извожу. И верно, бабоньки. Хоть покойницы постыдились бы. Пора, дядька Важенин, можно опускать? Пойдем, Василий. Пойдем. Хватит. Хватит, пойдем. Да не рвать-то цветочки, пойдем. О блаженном успении вечный покой. Подашь, Господи, усопшенного представленной рабе Божьей Елене. И сотвори ей вечную Я слышу, молоко звенит. Или рехнулся, думаю, или Ленушка воскресла. Так она и не умирала, батюшка. Как это? Ну, вот хлеб растет. Зернышко малое в земле умирает, а из него колос выходит. Так, наверное, все на свете-то. Солнце лед топит, он водой потечет. А потом на матушкиной могилке цветы вырастут, травы. Тут думай, не думай, а не твоего ума дело. А ты не робей, батюшка. Ту работу, что мамка делала, теперь я исполнять буду. Что по дому, что за скотиной. Ах, Ленушка, Ленушка, как же я теперь без тебя-то? Thank you.
Михайло! Михайлушка! Михайло! Что, Дорофеич, вовсе спятил? Нечто можно. Величальный, а ты молодую бросил. Это Вязьма. Михаил! Сынок, ты где? Я ведь матушку твою, Ленушку, любил и всегда любить буду. Но ведь она в земле, а в дом хозяйка нужна. Нельзя всю жизнь по мертвым плакать. Грех это. Ты меня слышишь, Михаил? Слышу. Ну, тогда пойдем. Не хочу, батюшка. Ты сбегай Федорова Жень на поклич и мигом с ним обратно. И скажи ему, негоже, когда у его друга свадьба, а он не приходит. Негоже так. Кто там? Михаил я, Ломоносов. Отец за Федором Афанасьевичем послал. Стой, не ходи. Доброго здоровья. Ты будь здоров, чего пришел-то? Отец, говорю, послал. Свадьбу у него. А вы чего так? Накатило на нашего-то. Вот чего. Нету молодца, что поборет венца Михайлушка. Авдотья где? Матвеевна? Да тут где-то. Ты вот что, снеси-ка ему кваску, а? Ты чего пришел, Анчутка? Отец послал. А я тогда кто? Важенин. Федор Афанасьевич. Ну да. А ты тогда кто? Михаил я. Ломоносов. Что ты врешь? Варнак. Драться не дам. И вправду, Михайло, по селенке чую. Я-то думал, то ли бес какой явился, то ли кто из моих охламонов. Зачем ты их пужаешь, дядька Важенин? Я бы их... Это она, ведьма старая. В церковь на венчание меня потащил. Идем, мол, обижаешь Василия Дорофеевича. Как увидел я всю эту ассамблею, вспомнил крестницу свою, матушку твою упокойную, и чую, что запью я с горя. Ну, вот я и запил. А нечто это хорошо. Отец на свадьбу звать велел. Обижается очень. Чихал я на его обиды. Не пойду. Не пей ты эту горькую, Михайло. А я квасу принес. Налить? Теперь я до квасу не скоро доберусь. А ты пей. Вот тебе кружка. Гляди, с орлом. Петра Алексеевича подарок. А правда,
что царь Петр антихрист был. Тебе кто такую ересь сказал? Батюшка твой родимый, а ты побольше его, пня дубового, слушай. Он Петру Лисеевичу ненавистник, потому как пень твой батюшка. Не надо так про батюшку. Ладно, не буду душа из него вон. Эх, россияне, когда же мы не токмо о нонешнем, но и о завтрашнем дне пекчись будем? Во! Как рассуждал Петр Алексеевич. А как буквицы слова складываются? Друг ты мой закадычный, император развеселый. Я говорю, как буквицы в слова складываются, а, дядька Важенин? Ты кто? Михаил я, Ломоносов. Ответь мне, кто ты такой есть? Вот я, к примеру, экипажмейстер Архангельского императорского флоту. А ты кто? Михаил, говори ему, мол, человек я. Какого ты званию, я спрашиваю? Говори, человек я, а то прибьет. Ну, человек я. Во. Человек есть первеющее звание на свете. Был бы жив Петр Алексеевич, я бы тебя в Петербург свозил. Он бы тебя определил. Потому как ты правильно о звании мыслишь. Авдотья, убери эту горькую Авдотья. Вот, токмо ее и признаю. Сиротку, мою воспитанницу, она не выдаст. А эти хохломоны... Вот полутри вершка, а уже дерутся, кому какое наследство достанется. А я вот возьму да все наследство, на Авдотью и отпишу. О, накусь-то дыб, выкуси. Стало быть, буквицы говоришь? Стало быть, во врата учености взойти хочешь? Так он же бестолковый. Хочу. А к чему это тебе, парень? Хочу все книги прочитать. Таких же больно много, Михайло. Ничего, я сильный. А зачем это тебе? Ты скоро в возраст войдешь, женишься, дом поставишь, корабли заведешь, а я помогу тебе. Мы с тобой такой гукор сладим, что сам черт тебе не брат. А мачеха... А потом захочешь, в промышленники пойдешь. Или в купцы. Нет, дядька Важенин. Я во врата учености взойти хочу. Вот отчего снег идет, я знаю. А почему огонь горит, нет. А ну, расскажи про снег-то. Солнце лед топит, он водой течет, а потом туманом к небу уходит. А как зима, то мороз опять воду в лед обращает, а туман в снег. Ты. Но больше всего хочу знать, отчего сердце у человека доброе, а делает он по-злому. Это ты про отца, что ли? Это, брат Михайло, жизнь называется. Ну, спасибо, сынок. Опозорил отца. Что ты, батюшка? Эй,
Нас тут с Ириной совсем застыдили, что ни тебя, ни Важенина за столом нету. Так я к нему и ходил. Не захотел он. Мы с Федором Афанасьевичем про врата учености толковали. Да, стало быть, верно, Ирина говорит. Учи дитя, пока оно поперек лавки лежит. Рассупонивайся. Ложись. Я тебя зачем посылал? Я тебе что наказывал? Не своевольничай. Не срами отца с мачехой. Ты по что сына моего порол? Я своего порол. Я его родил и вырастил. А я его крестил. И матушке его покойницы крестным отцом доводился. Стало быть, я ему вдвойне отец. А ты его ни за что, ни про что вожами? А ты по что его все время царем Петром, антихристом проклятым смущаешь, байки разные плетешь. Это кто? Кто антихрист? Это Петр Алексеевич антихрист? А кто ж твой Петр Алексеевич? Тысячи мужиков загубил, на костях города да корабли строил. Кто ж твой Петр Алексеевич? Он великий предводитель нации российской? Всю жизнь мечтал, чтобы Россия великой державой была вровень с Европой, а то и выше. Чтобы не лаптями щи хлебали, да в грязи и темноте душевной прозябали. Богохульник он был, вот кто. Да пьяница на вроде тебя. Эх ты. Убивают! А ну, дай я спробую. И то верно. Двое дерутся, третий не лезь. Когда уж они угомонятся-то? И все перебьют в доме. Прости меня, батюшка. И ты прости меня, Федор Афанасьевич. На! Ну и земля, Господи. И как тут и люди проживают, Пресвятая Богородица? Слышь, Ермолаевич, а? Мне бы водиться и спить, что-то в горле першит. О, батюшка Михаил Васильевич, да у вас снова жар. И говорил я, упреждал, не послушались. Эй ты, Барнак, постоялый двор далече. Ты не тычь, растыкались. Барин тычет, и этот туда же. Да... Я тебя так тыкнул, что сразу душа в рай улетит. Так ведь барин-то плохо. А что же он скаженный? Хворый, а в такую дальнюю дорогу наладился. Ему б топерче чаю с малиной, аль медовухи в раз сняло бы.
Ну что тебе? Тебя дяденька Важенин зовет. Не могу. Мы с отцом в Петербург уходим. Видишь, сколько товару набрали? Торговать будем. Так он потому и зовет. Говорит, бежи за Михайлой, хочу ему экзамен учинить. Мало ли кого в столице встретить может, чтоб не опозорился. Пошли. Разреши мглу прегрешений моих, го невесто светом твоей светлости. Я же светоч рождаший, божественный и превечный. Просвети нас повелением си, Господи, и мышцу высокую твоего мира подашь нам едине человеку любче. Исподь нечистое, веселье живота нашего, твоей нетленную... Ой, боюсь, боюсь. Чего боишься-то? Вдруг ты ему не угодил чем? Прибьет. Да ему наплевать на тебя. На отца-то. Вон он. Опять ушел к пьянюге своему. Господи! Да они скоро вместе венцо отопивать начнут. Денежки твои прогуливать. Да еще над тобой смеяться будут. Ну, грамоте знать. Дело неплохое. Может, Михайло в писари выйдет? Ха, в пьянюге он выйдет, вот в кого. Чего? В пьянюге, говорю, и тебя пропьет, дурака старого. Кого? Кого? Убью! Карлу Светскую! Прости меня, Васильюшка! Я ведь чего? Я что хотела сказать-то? Что ты отец и сын должен тебя слушаться, а ты вон его в Петербург хочешь забрать. А кто мне будет по дому-то помогать? Так-то ты меня любишь, Васильюшка! Спасибо, юнош. Более мне тебя учить нечем. Ты знаешь столь, сколь я. Дядька Важенин. Молчи. Годков 15 назад гостил у меня Петр Алексеевич, государь-император всероссийский. Выпросил я у него сии книги тогда, берег для сыновей, но они к наукам не охоч. Так что бери, владей. Да бери же, бестолковый. Встань! Встань! Колени преклоняй только перед Богом единым и никогда перед смертным человеком. Так объяснял Петр Великий. И объясняя, долго и больно за волосы меня таскал. Письмо это отнесешь по адресу, когда приедете в Петербург. Человек этот был кучер царя Петра Алексеевича. Большой силе должен быть, ежели не сослали нынешнее. Вот он-то тебя в науку и определит. Гляньте, что мне дядька Важенин-то подарил. Поди-ка скотину накорми, бадья в поревне. Я сама за тебя пойло готовила, пока к своему дядьке шлялся. Сейчас. А батюшка где? Делай, чего велят, не умничай.
батюшка! Родимый! Михайлушка, миленький, не плачь, Михайлушка. Что ж ты, мил голубок, на сырой-то земле лежишь? Пусть. Вставай, занедужишь. Помереть хочу. Помереть тоже дело непростое. На все есть воля божеская. Божеская? А меня нынче отец родной предал. Это тоже воля божеская? Тогда зачем он злой такой, Бог? А может, он тебе испытание шлет? Почем знать? Горе не море, выпьешь до дна. Погоди-ка. Да ты так без ног останешься. Терпи. Терпи. Ну вот, теперь ты опять с ногами. Надень, надень, не смущайся. Знать духом ты, и шо, не шибко тверд, раз сам помереть собрался. Покажи-ка, сделай милость. Славянская грамматика Милете Смотрицкого сочинения. Знаем Смотрицкого, Милете. Темно пишет, а другая? Арифметика. Всеречь наука числительная сочинена через труды Леонтия Магнитского. Грамотен ты, братец. А кто же это у Милете Смотрицкого шкуру-то содрал? Мачеха его. Так-так. А ты, стало быть, от мачехи к матушке сюда и прибег. Одна она у тебя защита, и той нету. Так-так. Домой, стало быть, тебе нельзя. К нам можно. Дяденька вас женин примет. Книги сии, мил голубок, ничего не говорят о душе человеческой, которая бездонному омуту подобна. Есть и повыше книг этих, премудрость дрожайшая, яко все злато пред нею, песок малый. А что же это за премудрость? Пойдем к нам, Михайлушка. В местях жить будем. Ну, а далее ты сам разумей, мил голубок. Михайлушка, родной ты мой, любый. Михайлушка, любый. Хочешь, вместе уйдем? Куда глаза глядят, куда ты, туда и я. А, Михайло. Не надо этого, Авдотья. Михайло. Не надо. Эй,
Как тебя звать-то? Михайло. Ну что ж ты, Михайло, мешкаешь? Ведь я тебя ожидаю. Пойду я. С ним пойду. В скитах, говорят, наука мучат. Не ходи, Михайлушка, я-то как же? Нет, у меня житья в деревне. Все ложно, Михайлушка. Все суета и томление духа. Обучался я когда-то в Киевской академии грамматическому и ораторскому знаниям. Ложь. Меня научите? Читал мудрых философов, рассуждающих лица небес и земли, и звезд хвосты аршином измеряющих, тоже лгут. Так в чем же мудрость дрожаешь? Знать хочешь? И верно хочешь, раз даже Любу я оставил и за мною стремился. Отец у тебя рыбак? Рыбак. Это хорошо. Христос сказал апостолу Петру, когда тот рыбачил: брось сети, ступай за мной, я сделаю тебя ловцом человека. Здорово. Куда это мужиков гонят? В Санкт-Петербург. Дворец графа Шереметьева строить. А по что с семьями, с детьми? Так ич, надолго. Сами запросили с бабами ехать. А то в Санкт-Петербурге на такую ораву и баб-то не хватит. Пошевеливайся! Пошевеливайся! И большой граф Шереметьев дворец строить собрался. А громадной. Графьев Разумовских переплюнуть хочет. Мужики переплюнут. Они кого хошь переплюнут. Так ведь одно слово. Сиволапая. На! Экое силище народу-то, а? С этой силище еще один Санкт-Петербург своротить можно. Можно. С этой силище все можно. Если эту силищу до смерти не захлестать. Трогай. Эй, поберегись там! Но, но! Положи перо, Михайло, отдохни. Разве я устал? Дня мне не хватает, отче. Только вот этих титлов я что-то не пойму, отче. Это по-латински написано.
Латинское ведь грех, отче. Учись, Михайло, даже у врагов. Знания не пятнают, если в вере тверд. Полагай ученость свою на пользу вере дедовской и всей братии. Знания такие, сколь много человекам помочь могут. Господь единый судьбами человеков владеет. И знать сие надобно, чтобы ересь искоренять. Не прогневись, отче. Давно хочу спросить у тебя. Я не гневлив? Спрашивай. Отче, а что царь Петр? И вправду антихрист был? Человек он был. Земной. Слабый и сильный. Мудрый и глупый. Жестокосердый и любящий. Все вместе в нем было, как и у всех других человеков, только поболе всего. Но это уже от Бога. А к чему ты это спросил? Не пойму я. Вот он города строил, дядька Важенин сказывал. Флот морской. Наукам покровительствовал. Он бы и большего достиг, кабы не озоровал. Зачем он велел бороды силком брить, платье немецкое носить? Иноземцев понавез, да над своими русскими поставил. Обычаи предков рушить стал, да еще через кнуты халуйство. А Важенин говорил, что царь самолично плотничал, в кузне работал, ходил в простом платье и стужей голод терпел. В скитах его антихристом зовут. А ведь ему самому ничего не надобно было. Он уже и так царь был. Как это ничего не надо было? А власть? Власть над человеком сладка, Михайлушка. Ох, сладка. И чем ее больше, тем еще больше ее жаждут. Так и Петр. Вот люди и стали бежать к нам от его власти мучительской. А ты сам-то веришь, что он антихрист? Я-то, положим, не верю. Но других-то зачем разубеждать? Чтобы они веру потеряли? Мыслями зашатались? А ведь только в нас, приверженцах веры дедовской, спасения земли русской, без нас сгинет она, и будет мерзость запустения на святом месте, реченная через пророка Даниила. А ведь для чего-то Господь создал землю русскую без конца и края. Татар свела, тевтонов жестоких погубила. Ляхов развеял, вон Петр. Шведом бока наломал, в этом доблесть его вижу. Сам ты, отче, о его доблести говоришь. И сам же о нем, как о погубителе земли русской, толкуешь. Придет время, поймешь. Мне-то самому ничего не надо. Нагим пришел в этот мир, нагим и уйду. Хочу лишь зерна истины сохранить и теми зернами от бесовских плевел очищенными ниву человеческую засеять. Хочешь помочь мне в сим святом деле? Отче, я учиться очень хочу. Будешь учить греческий? Риторику, священное писание, историю. У нас здесь такие книги есть, каких и в Петербурге не сыщешь. Латинскому сам стану тебя обучать. Отче,
Только все это будет, Михайлушка, когда ты вернешься. Откуда? Куда пошлю? Чтоб пахали вы и сеяли, и рыбу ловили, и все промеж себя делили поровну. Чтоб жили без рабства и халуйства, и чтоб дети ваши могли учиться и не знали власти антихристовой, все в скиты уходить. Там у хранителей веры дедовской и земли сколько хочешь, и луга, и пастбище. Да, сладко ты поешь, парень, да уж больно ты молод. И сказал Елюй: я молод летами, а вы старцы, не многолетний, только мудрый. А потому выслушайте меня. Ловко священное писание толкует. Вы тут на полях надрываетесь, а урожай весь барин забирает. А там, у хранителей веры дедовской, все на всех поровну делится. Что ж, так со всеми семействами и подаваться? Со всеми. И примет вас отец Андрей с миром и любовью. Уходите к нам, мужики, к нам, староверам. Тяжко мы жили, Михаила. Беды пили, слезами похмелялись. Отец мой сгинул, когда Санкт-Петербург строили. И дядька тоже, и кумовья. Лежат их кости под каким-нибудь дворцом. Раньше в скиты уходить надо было. Ну, брат Михайло, вся-то Россия в скиты не уместится. Стой! Куда путь держите? Чьи будете? Крестьяне деревни Гришинской. Состоим за Богданом Семеновым, сыном Щепотиным. Идем на Карпову гору, новокупленную деревню Лытки, по его приказу. Бумага от барина есть? Нет, приказал изустно. И покорнейше прошу препятствий нам не чинить. Я его приказчик. Препятствий чинить не будем, но поглядим, что везете. Да ты православный, а и нет. Я православный, а вот ты перекрестись. Я вас раскольничу, сволочь, за версту чую. Ваши припасы отобраны в казну, согласно воеводиному приказу. Так и передашь барину. Нечто так можно. Детей малых без хлеба оставить. Бог с вами. Возьмете по два каравая. Только ради ребятишек. Жалко вас, суркиных детей. Тетенька, дай хлеба. Хлебца дай. Тетенька, дай хлебушка. Я есть хочу. Нету, родимые солдаты все отобрали. Дяденька, дай хлеба! Христа ради, хоть корочку! Хлебца дай! Отче! Хоть чуть-чуть! Святой отец! Святой отец! Вот, привел к тебе страждущих, отче! Не выдай, отче! Прими в свою обитель! Не хотим грешить их миру! Встаньте, дети. Если сердцем чисты, будь по-вашему. Ты теперь, Михайло, истинный носитель веры. 27 душ привел. Но вижу я,
Скоро за тобой многие сотни пойдут ты. Да такие, как ты. И пропадет наваждение власти бесчеловеческой. И восстанет Русь древняя, как Сирин, птица прекрасная. Не подходи! Не подходи, убью! Михайло! Михайло! Прокляну! Прокляну! Ты проклят! Что же это с людьми-то делается, отче? Голод. Третью неделю кору толченой едим. По всем дорогам заставы. Хотят, чтобы я беглых нищих, кроющихся от начальства злодеям, выдал. А я не покорюсь. Велят, чтобы я тремя перстами крестился. Не буду. Не могу я веру дедовскую истинную предать. Зачем же людей тебе привел? Отче, на смерть голодную! Человек, Михайло, родится на смерть, а помирает на живот. А помрут они от голода, или их кнутами дворянские слуги запорют. Не все ли равно? Как ты можешь так говорить? Да кто тебе дал право чужими жизнями распоряжаться, отче? Бог дал право. Ты царя Петра обличал, а сам властью своей упиваешься. Не смей так мне говорить. Без истины веры, Михайло, никакая ученость на пользу не пойдет. А потому оставь сомнения свои. Постригайся в монахи. Нет. Отче! Святой отче! Отче! Святой отче! Солдаты идут! Где? Скоро здесь будут. Меня на дороге схватили, плетьми били, на силу вырвался. Спаси нас, отче! Дети у нас маленькие! Отче! В церковь! В церковь! Господь нас спасет и защитит. Сгорим, братья, но не дадимся в руки злодеям. Прибудем в Царствии Небесном, раз нам нет места на земле. Или вы хотите, чтобы вас в цепи заковали, плетьми били, измывались над вами, аки над скотом бессловесным, в церковь? Церковь! Идем, Михайло, Господь призывает нас. Возгоримся, возгоримся, святым огнем к Богу вознесемся. Веди нас, святой отец! Что ты задумал? Прочь с дороги, Михайло. Если ты духом слаб, прочь. Вы с ума сошли? Стойте, он же вас гореть ведет. Некраска, ты подумай, Некраска, ну вот скажи. У тебя же вон дети малые. Лучше в огне гореть, чем жить так-то. Псу под хвост такая жизнь.
Возгоримся! Возгоримся! Господин Вахмистр! Скорее, господин Вахмистр, там... Они сгореть решили! Вот там, в молельной избе! Там дети малые! Черт, дикари проклятые! В карьер, ребятушки! Но! Господи, Боже мой! Железо! Они вовсю горят, господин Вахмистр! Не поможешь! Ах, изверги проклятые! Ну и народ! Одно слово! Дикари! Ах, ракали! Нечистая сила! Услышали мухи медовые духи, прилетевши сели, в радостях запели. Егда стали ясти, попали в напасти. Увязли бо ноги, ах, плачут убоги. Меду полезали, а сами пропали. Прекрасно. И по мысли, и по изложению сочинение похвалы достойно. А теперь, братец, покажи нам, как ты писать горазд. Кто же тебя, сын мой, читать, писать обучил? Дьячок церкви нашей. В Холмогорах. 17 годов, говоришь? А здоров-то, прямо Илья Муромец. Стало быть, дворянский сын Михаил Ломоносов. А пачпорт твой где? Выправить по форме не успели. Обещались с оказией прислать. А в Москву кто послал? Батюшка велел учиться дальше. А зачем? Что зачем? Дальше-то учиться зачем? Коли ты и ныне изрядно грамотен. Я так мыслю. Человек есть венец творения божеского в природе. Почему? Почему венец? Потому что разум человеку даден. И даден разум для того, чтобы природой повелевать, все загадки и таинства ее разгадывать. А для того много требуется человеку знания. И думаешь, человек может эти загадки разгадывать? Может, ваша милость. Ведь вот же арифметика, по законам сложена. А человек эти законы постиг. И движение звезд в небесах, и полет птиц,
и многие другие тайны. Расскажешь ты хорошо. По всему, видать, опытная рука его пестовала. Полагаю, к наукам способности врожденные. Может, скажешь нам тогда, какая же загадка в природе самая великая? Душа человеческая. Ну что, плетешь, как не живой, погоняй. Да куда уж резвей-то, барин? Ведь лошадей погубим. А ты не жалей, не жалей. Тебе деньги немалые уплачены. Ну, поехали. Эх, но! Башмак потеряли. Стало быть, ты тут хозяйка. Ну, здравствуй. Когда по глубине неверной к неведомым брегам пловец спешит из дальности безмерной, и не является конец, прилежно смотрит птиц палеты, в воде и в воздухе приметы, и как уж темную главу на брег желанный полагает, в слезах от радости лобзает песок и мягкую траву. Аль не так? Стало быть, так. Когда сочинял, не думал, что так впору самому придется. О, ну, ты, барин, меня до смерти довести хочешь. Ну и пылюга здесь, а. А это что? А ну пошла. Оставь ее. Как так оставь? Она тебе тут такую псарню разведет. Их сейчас топить надо, пока... Пошел вон! Эх, ему все как лучше, а он... Постой. Ты на меня сердце не держи. Да ладно. По мне, лишь бы барин был доволен. Ступай-ка, братец, к Старопоповым, возле церкви их дом по правую руку, или к Иконникову Григорию, он им соседом будет. Скажи, Михайло Ломоносов приехал, просит Шняк или Гукар на острова сходить. Ежели их нету,
любого спроси, я мыслю, мне не откажут. Да, и еще, пусть на берегу меня ждут, сюда не ходят. И сам с ними будь, уж не гневайся. Что ж тут гневаться-то? Так бы и сказал. Хочу молодин в отеческом доме побывать. Об отце матери погревать да помолиться. А то бац, кулачищем. Зверь он и тот, по-хорошему разумеет. Что вам угодно, матушка? Да вот шла в Холмогоры из обители нашей. Гляжу, дом Ломоносовых открыт. Кони пасутся. Знать сердце сердцу весть подает. Авдотья? Так и есть Авдотья. Вот так матушка. Имя мое инокиня Ефросинья, как в миру звали уж и не помню. Отряхни хоть лавку-то, ведь с дороги я. Экой бестолковый человек. Ох, Авдотья! Вот, славно-то как! Ну, ты с дороги, я с дороги, может, по трапезу и вместе? Изволь. Только у тебя, небось, все скромное. Для тебя и постные найдем. Рыба есть, семга свежая. В нашей-то обители рыба скоромна. Игуменья строга. Да бог милостив замолю. А ты, я гляжу, важный стал Михайлушка. Вон, дорогие каменни на пальцах. Торгуешь чем? Да нет, Авдотья. Я действительный статский советник. По военным чинам все равно, что генерал. Да, и Российской академии наук академик. Ученый, стало быть. Ну что ж, заслужил, значит. И дети у тебя есть. Жена. Дочь. И жена. Небось, княгиня графиня какая-нибудь, раз сам-то генерал. Да нет, породы самой простой. А родом из Германии. Выходит, в России не нашел подходящий. Выходит, нет. Я же в Германии учился после Москвы. Ну, там и встретился с Лискин, Лизаветой по-нашему. Знаешь, как говорят, повадился горшок по воду ходить, там ему и голову сложить. И что же ты, любишь ее? Дочь у нас. А помнишь, как ты говорил? Отчего дождь идет, ты знаешь? А вот огонь никак не поймешь. Теперь, небось, понял? Огонь. Огонь, мыслю я, происходит от очень скорого увеличения теплоты, которая сама является следствием внезапного и быстрого движения внутри частиц, по-гречески атомов, из коих любое тело состоит.
Но сии атомы связаны между собой взаимным притяжением и ограничены в своем движении формой тела. И вот если эти мельчайшие частицы, кои представить ты едва возможно, друг от друга оторвать, что тогда будет? Когда мыслю я, сама материя на части разлетится, и тепловой огонь высвободится в количестве ужасающем. Подобной власти человек над материей еще не достиг. Но мыслю я, когда-нибудь достигнет, обязательно. Ой, я что-то не то говорю. Не знаю. Я ведь про другой огонь спрашивала. Про иной? Есть и иной. Небесный или молния называется, во время грозы вызываемые. Ты трапезовать сулился, Михайлушка. Я ведь и вправду голодна. Дурень я, дурень! Замолю. Сим бокалом, позвольте. Важный ты стал, Михайлушка. Дороден, но рыхл. Ты или ешь поменьше, или работай поболе руками. Не то захвораешь. Да я и так нездоров. Ну вот, за твое здоровье и выпьем. Ежели Господь Бог приберет тебя, то и меня следом. Это как же? Ох, Михайло, а еще из Петербурга. Это я по молодости да по глупости за тобой в Москву не побегла, когда ты с обозом ушел. И с тех пор сколько годов каюсь да молюсь за тебя. Молюсь да каюсь. Прости меня, Авдотья. Вот уж огонь-то. Горит без пламени, а душу и сердце начисто сжигает. А ты вон атомы какие-то придумал. Прости меня. Так за что ж? Я за тобой зла никакого не знала. Ну вот и встретились. Ну вот и хорошо. Сердце чуяло, обязательно тебя когда-нибудь еще раз увижу. Эй, барин! Там твой слуга велел гукор привезти. Так вот, привели. Сейчас, сейчас! Пойдем, Авдотюшка, гукор поглядим. Да я весь век здесь живу, я их вдоволь нагляделась. А ты и вправду веришь, что отца сыщешь на том острове, что тебе приснился? Сыщу, непременно сыщу. Эх, милая, правду говорят, что сытый голодного не разумеет. На. Пойдем, Авдотья. Они сейчас паруса будут ставить, хоть с берега поглядим. Пес их задери. Да разве так надо? А, что за народ такой косорукий пошел? Я добегу до них, а помогу. Беги. Тебе всегда куда-нибудь бежать надо было. А ты куда? Чуть приласкали, уж следом бежишь.